28 лет, рост 171 сантиметр, вес 61,5 килограмм. Профессиональный рекорд 14 побед, 2 поражения, его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 28 years old, he stands 171 centimeters tall, official weight 61.5 kilos. As MMA practitioner with professional record 14 victories and 2 losses. Из Иваново, Россия, достойный сын армянского народа, фотом Айк Касарян. Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner, бойцу 28 лет. Его рост 173 сантиметра, вес 61,5 килограмм. Профессиональный рекорд 15 побед, 4 поражения, 1 ничья. И его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 28 years old. Standing 173 centimeters tall, official weight 61.5 kilos. As MMA specialist, with professional record 15 victories, 4 defeats and 1 draw. Ведомый Раджабали Байоновым из Душанбе, Таджикистан, Таткитин Сапиров. Рефери поединка Максим Протасов. Айк Казарян, Фатхиддин Сабиров. Поопытнее будет Фатхиддин. Ровесники они. Рост совершенно одинаковый. Лишь 2 сантиметра их отделяет. А вот размах рук незначительно больше у Сабирова. Сошлись мы во мнении с Алексеем перед этим боем, что это будет действительно настоящая рубка. Итак, смотрим. Максим Протасов в качестве рефери. Вообще сегодня судейский состав тоже очень сильный. Виктор Корней, Максим Протасов, Гирихан Шибилов. Да. Поединок ожидается просто взрывоопасный. Да, жесткий Сабиров и такой очень подвижный Айк, очень легкий на ногах. Каждый может за счет собственных сильных сторон очень серьезно преуспеть в этом поединке. Пока идет разведка, действительно, боя, да. Только хотел сказать, действительно очень аккуратно ведут себя бойцы, никаких... И вот здесь жестко мог попасть Казарян! Ярко, но чистых ударов нет. Все по воздуху. Да, будет еще Сабиров забрасывать вот эти оверхенды, однозначно. Широкая стойка у Казаряна, обратите внимание. Плохо. И слева зацепил. И подзывает его Сабиров порубиться. Здесь еще раз попадает. Завелся в Фатхиддин. Чем отведет Казарян по корпусу, плотный удар, и начинается клинч. Трибуны скандируют Фатхиддин. Пытается провести он тейкдаун. Большинство досрочных побед у него именно приемами. Да, все-таки забрался он за спину. С одной стороны точно, и левая нога тоже заправлена. Очень треугольник на корпусе. Да, замок на пояснице присутствует. Очень тяжелая ситуация для Айка Казаряна. И сейчас Фатхиддин пытается еще так отвернуться от сетки. Вместе с соперником, естественно. Да, необходимы удары, потому что пока руку просунуть под шею не удается. Очень жесткий удар. Бэкмаунт заходит Фатхиддин. Рука! Растягивает. Пошел прием. Терпит Казарян. Воздействие на челюсть. Все в порядке, показывает Казарян. Ну, какой воин. Помогает себе подбородком, да, скрутить шею не получается, задушить пока тоже. Может быть, будет еще одна попытка, но так или иначе, немного закислились руки у Фатхиддина. И Казарян еще возле своего угла, собственно говоря, находится. Это вам определенно ему помогает. Слушает он подсказки от Армена Гуляна. Тот слушай, не слушай, все, я думаю, Казарян прекрасно понимает. Не видит возможности Сабиров для того, чтобы еще раз закрыть удушающий захват. А до конца раунда это 2 минуты. Отсюда работай спокойно. Выводи все. Побей. И Сабиров этой борьбой может раунд забрать. Там еще и локоть был в ухо очень неприятный. Да, обратите внимание, как захватил сейчас руку левую Фатхиддина Сабирова Айк Казарян. Ее практически отключил и не дает возможности провести прием, и разворачивается практически Казарян. Рывком не получилось. Сабиров пытается удержаться. Какая интересная ситуация. До последнего борется Сабиров.
Здорово. Да, и оказывается в гарде в итоге Айка Зарян. Очень много времени потратил, но все-таки вышел в эту позицию, из которой у него появляется возможность наносить удары. Пытается вывести из равновесия Фатхидин Сабиров, цепляя вот так левую ногу под колено. Вновь в гарде располагается Айк. Сабиров периодически подкармливает слева-справа ударами. Попытка выйти на армбар. Вовремя вытаскивает руку и тяжелейшие удары наносит. Да, но чистое попадание было совершенно точно. Определенную размахайку, конечно, Казарян устроил, но так или иначе зацепил. Еще несколько попаданий. Сейчас скользь. Да, тренер доволен. Все очень хорошо. Тренер Казарян. Да, безусловно, конечно. Ближе к нам как раз находится этот угол, поэтому мы можем оценивать реакцию спортсменов. Пытается маститься. Биров не получается. Пока вот здесь на баттерфлай-гарде получится ли? Немного перемудрил, возможно, Фатхидин в той борьбе. Что касается контроля, мы видим, что он за Сабировым. Там было много, но сейчас ситуация выравнивается. Ударная концовка от Айка Казаряна и колено на животе. Ударная, причем в прямом смысле этого слова. И все. Почему-то не размыкает Сабиров захват. Непонятно, почему он так делает. Остается в своем углу Казарян, а вот Фатхидин отправляется в свой. Видно, что тяжеловато приходится Фатхидину, раскисляют его, приводят в чувство. Да, подзабился однозначно, много сил потратил, пытаясь провести удушающий прием. И, возможно, это будет иметь решающее значение уже во втором раунде, даже не в третьем. Но сверлит, сверлит взглядом Сабиров своего оппонента. Здесь вот прижат был и оказался за спиной, конечно, Сабиров мгновенно. Вот здесь удары. На самом деле амплитудные, мощные удары были. Воздействие на челюсть. Вообще пережил нормальное такое количество сложных ситуаций. Айк Казарян. И мы продолжаем. Нервно, очень нервно все. Заряд сразу в центре. Неплохо. Завалился влево Казарян, но все равно пробил мидл-кик. Сабиров очень тяжело бьет. И еще попытка прохода. Понятно, что Фатхидин будет бороться. Очень много сил сейчас тратит один и второй на то, чтобы провести и защититься от этого приема. Тяжелейшая ситуация. Но здесь Казарян как раз очень грамотную позицию занимает. Он сейчас заставляет соперника тратить как раз силы. И посмотрите, разрывается дистанция у нас. И, возможно, более скрупулезно будет выбирать момент для захода в следующую борьбу Сабиров. Колено в прыжке и тейкдаун навстречу. Шикарная работа от Казаряна. Великолепный тайминг. И вроде бы очень перспективным выглядело это колено, но видно, видно было заранее, можно было прочитать этот элемент. Пока не знает, что делать Айк с Фатхидином. Смотрит в свой угол и слушает. Не до конца получилось, потому что тейкдаун провел, а корпус под себя подработать здесь очень сложно. И как только он отпустит захват, да, сразу же появится возможность у Сабирова подняться. Ищет, ищет, поэтому кисть. Не получается. Пока. Да, апеллирует Сабиров к судье, мол, ничего не происходит. Реф, как так? Ну вот и удары полетели от Казаряна. Попытка Кимуры. Это может быть очень интересно. Неплохой заход на этот прием от Сабирова. Но, кажется, готов. Ну, защитился бедром. И сразу правое бедро подтянул, чтобы не мог провести этот прием. Не было амплитуды, не было угла. Ну и руку спрятал под себя, да. Менее трех минут во втором раунде.
И преимущество Казаряна, вот оно наметилось в последней трети первого раунда и продолжается до сих пор. А ведь встает тем временем Фатхидин Сабиров, получает коленом по бедру, цепляется за сетку, сразу же получает замечание от Протасова. И, конечно, не успокаивается, очень хочет провести этот прием, вытаскивает таким рывком руку. Ай Казарян поглядывает на время. Экватор боя позади. Нужен бросок Казаряну. Да, и очень он просится, конечно. И здесь на другой излом повел уже. И очень грамотно ныряет в эти тейкдаун Ай Казарян. В нужные моменты, в нужные секунды. Но здесь выдернуть под себя опять не удалось. Преимущество Сабирова в борьбе у нас не наблюдается. Возможно, он на него рассчитывал. Небольшой размен. Да, поплюхи такой хорошие друг другу выдали. И вот сейчас в центре еще порубятся. Чуть быстрее, конечно, Ай Казарян. Потяжелее может быть удар у Сабирова. И здесь опять вертушка, но не удается. Не рассчитал немного с дистанции. Жестко. На эпизоды распадается у нас поединок. Здесь поймал. Поймал филигранно, причем Фатхидин Сабиров соперника. Практически сил не потратил на этот перевод. И еще есть минута. Нужны удары Фатхидину. Поднимается на ноги Фатхидин Сабиров. Рубящие удары. Едва не получает пяткой. История Си знает такие нокауты. А-ля Мишель Перейра сейчас едва не выкрутил. Но в итоге-то Казарян выбрался. Он на ногах. Есть еще одно попадание. Да, хорошо. С правой зарядил. Покраснение возникло сразу на лице у Фатхидина. Здесь по корпусу, но не в печень. Да и удар получился не акцентированный. Ниже и ниже опускаются руки. И у нас сейчас будет перерыв. Достал чуть-чуть по корпусу. И разбегаются по углам. Бойцы, секунданты, тренеры. Все, кто имеет отношение к этому поединку. Ну, как бы ни было, каким бы мышечным ни был Фатхидин Сабиров, однако второй раунд он был достаточно активен, не был медлителен. Полный порядок. То есть ты считаешь, что второй раунд выиграл Фатхидин? Нет, 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 ни в коем случае. Я просто хотел отметить то, что было сомнение, что закислится, будет труднее двигаться, скажем так, Фатхидин, но отнюдь. И вот здесь у нас акробатические этюды в исполнении Фатхидина Сабирова. Но чувствуется, что психологическое преимущество сейчас на стороне армянского бойца. Но это всего лишь маленький момент. Все может измениться. Третий раунд. Раунд 3. Но при этом тяжеловато передвигается в целом Фатхидин. Это не отнять, это было видно. И продолжает быть легким на ногах Казарян. Да, Сабиров явно был бы не против опять поймать соперника на движение вперед и совершить тейкдаун. Здорово! Оба промазали и шли опасно навстречу друг другу. Там чудовищная сила была и у того, и у другого удара. Близко к нокауту, скажем так. Опять здесь как будто бы паузу мхатовскую берут на то, чтобы потом снова вот так сойтись. В обоюдно остром. И пошел, пошел вперед уже все-таки в борьбу. Фатхидин не стал мудрствовать лукаво и совершил перевод. Вот уже хафгард, боковой контроль.
улучшает ситуацию. Здорово, здорово пытается выбраться Айказарян. Неплохие контрдействия. Да, вышел с честью из этой борьбы. Боец клуба «Львиное сердце». Да, более того, сам пытается еще провести прием. Сабиров отчаянно защищается. Хорошо расставился возле сетки. Едва-едва там. Вау, как ногой круто сейчас Сабиров отработал. Зацепил бедро очень аккуратно, но этого хватило для маха. Упирается ногой Казарян, отталкиваясь и до конца разворачиваясь, чтобы разомкнуть захват. При этом прихватывает ногу. Продолжаются разборки в партере. Очень интересная борьба на самом деле. Да, давно такого не видел. Окажется все-таки за спиной Сабиров. Но окажется ли? Да, кажется, что чуть-чуть переиграл. Здесь очень интересно. Сумеет ли рывком здесь довернуть все-таки Казарян? Нет. Все-таки уже силы не те. В первом раунде гораздо свежее, естественно, были бойцы. И сейчас... Все время ситуация на волоске. Казалось бы, чуть-чуть корпусом доработает тазом. И все. Но нет. Растягивает, растягивает Сабиров. Постепенно. Полраунда еще. Да, времени еще более чем, но здорово замкнул треугольник на корпусе. Таким образом, минимизируя возможность вывернуться, в принципе, для Айка Казаряна. Подхидин Сабиров просто ставит его в очень сложное положение с точки зрения раунда и с точки зрения всего исхода поединка. Получается, что вообще в этом бою у нас борьба решает. И вот заход под удушающий. Нет, это все было максимально похоже на ситуацию в первом раунде. Только одна нога заправлена. А вот сейчас убирает правую ногу и двигается в сторону левой для того, чтобы развернуться лицом. И вот здесь пытается снять. Совершенно верно. И выигрывает позицию. Хотя гард у нас равнозначный изначально считается. Кровь там, по-моему, на лице у Сабирова. А минута 40. Казарян очень круто отработал в концовке первого раунда. И из гарда в том числе. Но сейчас пауза, сил не так много. Да, Олег Борисов появляется тем временем на арене. Чемпион легчайшего веса. Здесь сверху работает Казарян. Очень хорошо разбросался справа и слева. Да, вчера Олег Борисов помог нам на студии, на взвешивании. Большое ему спасибо. Ну и сегодня просто настоящие смотрины в легчайшем весе в предварительной части турнира ACE 139. Уверенно стал работать Казарян, и локти и справа, и слева набрасывает. Еще локоть слева, там немножко вскользь, высоко держит ноги, цепляется, нельзя этого делать. Еще раз то же самое. Попытки выйти на армбар. Для Фатхидина Сабирова ничего не случилось. Рассечение там на лице у Фатхидина. Да, достаточно сильное открылось, там заливает очень жестко лицо. И какую концовку показывает Айк Казарян. Просто на зубах, кажется, Айк забирает этот бой. Выдирает его. Еще жестко. Очень-очень добивает. Время. Поединок завершен. Аплодисменты, Москва. Алексей Ценко. Да, в унисон мы говорим. Президент лиги также присутствует. Ожидаем появления Алексея и у нас в студии сегодня. Да, сечка серьезная, крови много. Сейчас катманы будут быстро латать раны. Ну и судя по тому, как обнимаются парни из «Львиного сердца», то здесь полный порядок. Да, Армен Гулян максимально внимательно следил за этим поединком, давал аккуратные советы. И действительно, кажется, что все-таки Айк Казарян был суммарно лучше в этом поединке. Ну да, в конце особенно себя
хорошо проявил. В конце первого и в конце третьего. Да. Ну, запомнилось, особенно, конечно, в конце третьего, где он законтролировал и уверенно отработал все, что, в принципе, должен делать высококлассный боец ММА, и он, собственно говоря, и сделал. Ждем появления Александра Загорского. А вот и он. Дамы и господа, счет судейских записок по завершении боя. Ladies and gentlemen, Georgia scorecards after the end of action. Первый судья, George Wan, 29-28. Второй судья, 29-28, George Tu, 29-28, 29-28. Судья 3, 30-27, George V, 30-27. Судья 4, 29-28, George 4, 29-28, and George 5, пятый судья 30-27, 30-27. Таким образом, единогласным решением победу одержал your winner by unanimous decision, Айк Казарян! Разные оценки, мы с вами увидели, кто-то все три раунда дал Айку Казаряну, но это уже не важно, так или иначе, Айк выигрывает единогласно, судить.